Понятно. Че, я крюк сделал зря, да? Вот гады. Блин, ну я бы напрямик тут жахнул. Ой, что сделал. Так, ну давайте сейчас добежим, посмотрим. Ну вряд ли тут, наверное, да, тут горы, скорее всего. И я, наверное, приостановлю запись. Ну что мне снимать, как я бегу до этого гребаного места, неизвестно сколько. Там даже было подписано в натуре. Но круто было бы, если бы тут река, кстати, куда она идет. Она идет куда-то в задницу. Возможно, не, мне, наверное, по ней не удастся идти, да. Тут камни завалены на горы. Ну, я думаю, скорее всего, лучше всего будет это прервать запись. Наверное, да. Я обычно так не делаю, ну, не делаю. Там, когда я не могу, например, что-то пройти, я прерываю, прохожу, иду дальше, да. Ну, это как-то нехорошо. Для чего тогда обычно прохождение? Я вообще сейчас договорю и выключу. Так вот, прохождение, например, я... Идея вообще какова была? Помогать людям пройти... какой-то момент, но вы скажете, а зачем тогда люди, зачем тогда этих обзорщиков и проходителей так много, если может один там, ну сколько-то человек, штук 5, не знаю, ну небольшое количество людей могут записать прохождение и все, этого хватит, видите, опять сохранение, значит это не зависит от того, правильно ли мы идем, вот. То есть вообще у меня была такая идея крутая, давно еще, в 2012 году, записать какие-то прохождения чисто для того, чтобы помочь людям пройти игру, потому что я тогда сам не мог пройти. Нашел видео и подумал, почему бы и нет, почему бы это круто. Может, не придется вырубать запись. Да давай! Наконец-то. Nothing. My door was open the other night, but that's not strange. That doesn't sound like nothing. It's nothing, I promise. All right, I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Mm-hmm. It's not like you can just call the police. I was thinking about the Goodwins. It just struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian, just how scary it would have been. Про какого Брайана ты говоришь? Бери карту, балбес, отец. С ним все в порядке, хотя не знаю, про кого она говорит. Так, опять звук. Вот да, даже тропинка что-то не ведет. Что ты сделал? Давайте сюда пойдем. Так, ну что, идем пока нормально вроде. Это что за луг еще тут? Луг. Луг в натуре. Ну уж извините, что так часто к карте обращаюсь. Ну, все-таки... все-таки у меня была, наверное, всегда такая проблемка. Эти карты. Ориентирование. Вот тебе, пожалуйста, опять куда? Мне кажется, направо сейчас, наверное. Да, мне тоже так кажется. Хотя это... Ну да, вроде направо. Ух ты, ёб, нифига. Лагануло еще как. Забор какой-то, смотрите-ка, я вижу. А, ну это, наверное, просто оградка, чтобы не свалиться вниз. Какая-то странная оградка. А, тут везде заборы. Ну давай би... Ух ты, ёб, нифига. No, that's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. Так, давай быстрее. Куда нам? Вроде правильно идем. Ну, по камешкам еще побежим. Хоба, давай. Да ладно, не обязательно было прыгать. 1, 2, 3, 4. Так, карта. Копируем. Непонятно. А, вот, наверное, сейчас у нас что-нибудь изменится. Давайте посмотрим. Да, появилась тропинка. Все ясно. Взять записку. My sister. Что-то там. А, подожди, стой. Эй, записка. Где? Кто такой Рон и Дэйв? Они оставили друг другу записки в ящиках. Они могут иметь отношение к исчезновению девушек? Нет, они оба рейнджера. В этом сезоне их здесь нет. Я не очень хорошо их знал, но мне сказалось единственное, что интересует Рона, бегать за юбками и напиваться. Даже удивительно узнать, что он способен поддерживать
переписку с кем-то, кто не пришлет ему свой полароидный снимок. Что он там сказал? Книга. Какая-то книга, что такое терминал, туалетный бумагу возьмем с собой. Бери, и почему нельзя? Ну ладно. Ну все, наверное, валим тогда, закрываем. Ну или не обязательно. О, тут все погорело. Так. I found where they did the controlled burn. I can hike right through here now. Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to two forks now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. Так, лагерь скаутов к юго-востоку от реки. По дороге должен быть пруд. Хорошо. Так, давай посмотрим. Какой пруд, блин? Короче, нам налево, походу, да? Если карта кверх ногами, значит нам, да, по сути дела, налево. Ах, так, ну что тут, лук какой-то. Опять, точнее, полянка, ну да. Что за музон заиграл? Опа, смотрите-ка, что это такое? Не думал, это самолет разбившийся. А снегоход. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. Чё? Какой пруд? Нет тут никакого пруда. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah, where am I? А вот. Pork pond. There used to be a sign up for it, but well, folks kept stealing it. Потому что он его воровали или что мне показалось? Чертовски хорошее название, так отлично смотрелся бы в комнате отдыха или где угодно. Свиной пруд. Разбитый снегоход. Ну что мне сказать? У меня карта обновлена опять. Ой, что такое за какие-то штуковины. Ну что, прям погнали. Какие-то штришки видели на той стороне, где мы были, куда мы, откуда мы пришли. О, смотрите, там что-то тут написано. Блин, и что мне идти сюда, потом, блин, к забору, к тому. Да, блин, тупизм. А может и не тупизм. Кэмп Арахоя, сломанный мост. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Блин, тут такой каньон, ну, наверное, до ядра, я думаю. Нельзя же спуститься и перелезть. Ну ладно, ладно, посмотрим. Инвалид, блин. Ну ладно, допустим, пофиг. Так. Ну да, я знаю, что я смотрю часто карту. А здесь... Можно не сообщать о высоком спуске, зачем об этом сообщать? Тотем. Тотем. Тотем в натуре. О, что тут, цирк, что ли, был? Старая хижина. I'm at the camp. Great. Have a look around. If anyone's still there, they might be able to help. I guess these little shelters are where they keep the weeblos. For the past 35 years, yeah. Старое укрытие, она, точнее говорит, ну мы говорим, что это старый лагерь. А что тут делать-то? Смотреть, что ли? Я забыл сейчас. Найти пожарных в старом лагере. А, пожарных найти. Ну все, я в лагере. Так, ну где пожарные? Ну, наверное, здесь нет пожарных. Давай ты спустись. Так, а тут что у нас? Ну, наверное, тоже ничего. Стол. Так, тут пожарных нет? Нет, вроде. Ах, старое опять укрытие. Уже что-то более ящики видны какие-то, но все равно ничего нет. А вот здесь наверняка кто-то есть. Мне кажется, мы эту игру в одиночке проходим, то есть никого мы здесь не встретим. О, сообщить о пропавших пожарных. Можно откопать себе ямку и сломать замок. А он говорит, пиво открыть можно. Просто оставлю ее здесь. Почему? Можно взять. Ну ладно, почему-то нельзя. Так, туалетная бумага. Брось. Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Damn. Hey, Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss.
that say anything of note? Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. И чё? Блин, зашибись. Давай. Thanks as always for you service, Marf. Спасибо за всегдашний, или что это такое. Спасибо, как всегда, за ваш сервис. Далее, день. И ты, и твоя команда, да? Будут оставлять в National Forest. Ага, ну все ясно, что ничего не ясно. Станция Вапити. Нифига себе, че. Продолжай читать. Мама всегда говорила, что рано или поздно встречу кого-то, кто ответит мне моим. Волновался о пожарах. Кто-то записывал наш разговор, а теперь мы узнаем, что у них там исследовательский центр. Что они исследуют? Понять не имею. Нас. Рогатых ящериц. Давай нас. Думаешь? Они изучают тебя и меня? If you put someone in isolation with someone else, what they do? Yeah, that's what I think. Well, fuck that. Agreed. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? Well, I've got an axe, so I can figure out a way to get over the ravine and back towards the site. Sounds good. Check in when you can, and... Keep an eye out for anyone following you. Вроде за мной никто не идет. Она мне просто говорит. Так, вернуться на луг в Апите, блин, зашибись. Че, мне вот в это говно, смотрите, вот сюда мне переть. Ну ничего, у меня есть топор. Обязательно будет кого отпежить. Так, ну что, вырубать запись. Вырубать запись или нет, потому что там все-таки... все-таки долго идти, дико долго, карта хоть и небольшая, то есть не такая, чтобы прям там целый день переть до какого-нибудь места, но... Ух ты, туда враг тоже. Забыл, куда мне туда куда-то пошел. Вот, но все же нужно время, чтобы пересечь, и меня это бесит. Стоп, а что он сказал, найти путь назад, что ли, или что? Как я здесь пройду, подожди, если этот дебилоид не может даже спуститься... А, подожди, во. Блин. Шикарная мочу. И что мне делать? Я забыл. Так, тут какая-то дорога еще есть. Ну, не знаю. Возможно, и есть. Да. Ни хрена нету. А как же мне пройти-то? А, вот, стоп, подожди, что ты можешь делать? О, крутяк. Как-то странно рубит. Повезло. Да тут перепрыгнуть-то 5 секунд. Что сделать? Перепрыгнуть. Ну, я имел в виду перепрыгнуть. Никто за мной не идет. Перепрыгнуть. Через овраг. У меня возникла в смысле. Ты слышал кого-то в кустах? Yeah. Да. Окей, давай считать, что за нами следят. Или, по крайней мере, за тобой. Где ты сейчас? Я на пути обратно лез. То есть, то нет, вокруг ничего. Ты кого-нибудь видишь? Нет, абсолютно точно. Хорошо, тогда скажи мне, что ты думаешь о... Ты только что слышал? Нас прослушивают, да? Да, быстрее, а то уже закат. Мне стрёмно становится.
День 77. Короче, они только что, если вы не прочитали, она сказала, что кто-то сейчас кашлял, да, и говорит, что это явно нас прослушивали по ходу, потому что другие не могли нас прослушивать, потому что рация не модифицирована. Фига у тебя ноги. Tower, this is Two Forks calling you for the 50th time today. The big fire. Большой пожар продолжает двигаться в южном направлении. Лайла, for fuck's sake, answer your radio. Лайла, возьми рацию. Hello, sunshine. Привет, солнышко. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Чем могу помочь? I didn't sleep a wink last night, and I've been going crazy. Я и глаза не сомкнул, а ты что такая веселая-то? Но это новый день. Что за день, которым нас одарили? Может, я еще сплю, может быть, я не бодрствовал всю ночь, зная, что кто-то... Вообще-то я спала отлично. Ну ладно. Кстати, я тут подумала. Висит ли на моей... Есть какой-то плакат. Просто, ну, взгляни на него, убедись, что с ним все тип-топ. С кем? Изучить постер с Флорой. Чего, блин? Эту хрень несут. Ну, Флора, я знаю, что это. А что, мне надо что-то какой-то плакат, что ли, смотреть? Постер какой-то. Что за бред? Куда идти-то? Чё, ну, изучить постер с Флорой. Какой постер? Постер какой-то боссанный. Постер, блин. Давай, где этот постер? Я не знаю, где этот постер. Постер. Постер, плостер. На вышке. Не понял, что делать-то? Так. Постер. А, вот, чё, подожди, это я. Я не понял, что делать, честно. Сообщение пришло, походу, мне. Так, ну чё? А чё за сообщение интересно? Надо ещё глянуть. Какой-то плакат она только что сказала. Я не знаю, что мне делать. Так, сообщение. Понятно. Знакомые пишут. Так, что это у нас тут? Деревья, кустики. Что мне делать? Я не знаю. Блин, ну что делать-то? Я не понял, что она мне сказала. Изучить постер с Флорой. Fuck you. Что мне... Я не понимаю. Гейв... Тандер каньон. Тандер. Тул Форкс. Луко. А, подожди, может быть вот это? Я не понимаю. Сапли дроп. Гейт. Блин, тупая коза. Чё ты мне там наговорила? Чё мне делать теперь? Вот ведьма. Ну ты даёт, а? Ну чё, мне побегать, что ли? Блин, тут я не знаю. Потому что я не знаю, что делать. Остров, блин, тупая. Озеро Джонси. Насрать вообще. Пофиг. Пукан сейчас рванет у меня. Цистерна, блин. Ведь яду сюда подсыпет кто-нибудь. Будешь тут цистерну воды пить. Чё делать-то? Изучить... Подожди, постер. Что такое? Я не знаю, что это такое. Что такое постер? Типа... надпись, что ли, какой-то? Или чё? Я отсталый, походу. Я не знаю, что такое. Я знаю пост... Ну, в смысле, разные значения. На английском, на русском, это понятно. Стоп, ну-ка дай-ка я к вышке. Ладно, сейчас я побегу, тут поищу, скажу, что. Я так и знал, эта сволочь оказалась здесь. Вот это, наверное, да? Остров Флоры, Шошони. Okay, yeah, да, он здесь. Почему ты так себя ведешь? Отлично, просто замечательно. Ты видишь дерево в верхнем ряду, второе слева. Чё? Sure. Конечно. Просто усвой его. Отличное дерево. И в твоей зоне есть место, название этим деревьям, куда тебе, возможно, стоит сегодня сходить. Возможно. Какой тополь? Это тополь? Тополиному ручью.
but maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Which tree am I supposed to internalize again? Top row, second from the left. Head to a place named after that tree, and you'll have a wonderful afternoon. Не понял. Верхний ряд или второй ряд, она сказала. Я прослушал. Два раза я прослушал. По-моему, вот это она сказала. Второе слева. Второе слева. Но в любом случае. Второе слева, это значит, либо вот... Ну, вот это, наверное. Ну, ладно. Блин, ну я тупанул, конечно. Куда идти сейчас-то? Ой, блин, ну дают, ребятки. Блин, зараза, куда сейчас-то идти? Вот сейчас типичная жопа, потому что я теперь точно не знаю, куда идти. А, идите к Тополиному ручью, подожди. Thunder Canyon, Ruby River, Five Mile Creek, Тополиный ручей. А, вот. То... Вот это, что ли, тут? Маленький, или тропинка, Торфер какой-то, Мулпоинт. Ладно, давайте пустимся для начала. Мне пукан сейчас рванет, наверное. Слушай, куда? А чё он не бежит-то? Потому что ты нагибаешься, наверное, поэтому. Так, ну чё, давай. Куда-то надо идти. Храниловка, подожди, а это что такое? Тут? Озеро Джонси. Идите к Тополиному ручью. Так, что делать? Куда идти? Вот зараза, а? Смотри, что делается-то. Ну дает. Так, а как тут сохраняться-то, я забыл. Так, что ли?